Світлана Полянська – стиліст, іміджмейкер, ведуча майстер-класів. Стильні секрети особистої привабливості. Розкриває кращі риси у людини за допомогою відповідних образів. Так, доброго ранку вам. Сьогодні позитивного ранку, хоча він сьогодні дуже холодний, але я думаю, сьогодні будемо просто грітися нашою розмовою, тому що вона сьогодні у нас така актуальна і цікава буде. Архетипи в іміджі. Це для мене взагалі, я розбиралась вчора з ними, і для мене це такий багато всього, інформації, і не знаю, що як, іначе і той підходить, і цей. Тож давайте для початку розберемо, що ж таке архетип, як його визначити. Доброе утро всем. Архетипы, по сути, это стереотипы, на которые большинство людей будет реагировать одинаковым образом. Uh-huh. Это определенный набор вещей, набор аксессуаров, набор моделей поведения, манер, жестов, которые, опять же, одну и ту же реакцию вызовут у окружающих. Психологи считают, что архетипы – это наши периоды зрелости полностью в нашей жизни. Да? Uh-huh. Есть 4 периода ориентировочно. Систем архетипов несколько, мы озвучим вот одну из них. 4 периода зрелости. Есть детство, есть юность, зрелость и самость. В каждом uh-huh. периоде свои базовые задачи, свои базовые эмоции, которые движут абсолютно всей стратегии. Например, в детстве это принцесса либо плохая девчонка. То есть есть свет и тень, можно сказать. То есть в каждом архетипе есть светлая сторона, есть темная сторона. Uh-huh. Если позитивно не получается, да, по определенным обстоятельствам прожить этот период, значит, человек, как говорится, уходит в тень. Uh-huh. В юности это муза либо жрица. Когда девушка уже понимает, что она интересна мужчине, что она уже дает сигналы, и эти сигналы получает назад. То есть там уже базовая эмоция – это удовольствие, получение вот кайфа от жизни, можно сказать. И uh-huh. жрица, когда она уже понимает, что она может манипулировать мужчинами, то есть это уже такая некая тень музы. Uh-huh. Дальше идет зрелость, когда человек уже выходит в самостоятельность, когда уже понимает, что уже может зарабатывать сам деньги, когда уже базовая потребность – это ресурс, достижение ресурсов. Базовая эмоция, там идет гнев, потому что это топливо для того, чтобы достигнуть каких-то целей. Ага. Да. А обратная сторона охотницы, это уже идет амазонка, когда человек включает плюс гнев, уже презрение. То есть у него, он, если он не достигает своей цели, он становится тираном. И самость в имидже – это леди. В психологии это хозяйка. Когда человек уже достигает своего уровня, он сохраняет свой уровень. Меган Маркл, Кейт Миддлтон. То есть это уже, когда одевается по протоколу, это уже женственность, но uh-huh. женственность на расстоянии. Если муза – это такая манящая женственность, такая «иди сюда, я такая красивая-красивая», uh-huh. Обещающая такая, то леди – это уже статус. То есть это женственность, но на расстоянии я любуйся мной, но я недоступна, я не для тебя. Слухайте, ну я читала, що їх досить багато, там да. різні назви, і на різних сайтах воно по-інакше якось називається, і в цьому реально можна заплутатись, бо я, наприклад, заплуталась. І якщо ви кажете, що ми от проживаємо 4 періоди, але ж буває, що у нас в одязі, навіть якщо ми такі вже доволі зрілі, у нас повторюється навіть той дитячий наш. Чому так стається, як визначити, зрозуміти, що в мене, наприклад, той архетип чи інший, і, можливо, якось його можна змінити? От хороший вопрос, зачем вообще орієнтувати? Да, в этих uh-huh. архетипах. Во-первых, это ответ на тот вопрос, где мы сейчас находимся. Когда мы понимаем набор, например, той же принцессы, из чего он состоит, каких цветов, каких принтов, каких украшений, допустим, какая муза, как она собирается, как охотница собирается. Uh-huh. Это наши картинки в разные наши роли, в разные жизненные задачи. И важно понимать, где я нахожусь. То, что мы делали с девочками на нашем онлайн-марафоне, uh-huh. они каждый день разбирали вот этот архетип, и они смотрели на свой гардероб, что в нем преобладает. И когда человек понимает, что он работник банка, а у него весь гардероб в принцессе, то что-то надо менять. Точно. Что-то происходит, да? И вот именно знание этих архетипов помогает нам сместить фокус внимания, потому что нами управляет то, что мы не осознаем. Как только мы это выкладываем в осознанность, да, вытаскиваем, uh-huh. можно сказать, в осознанность, тогда мы уже этим управляем, и мы уже можем одеваться в разные архетипы, разные задачи достигать. И психологи говорят, что если мы не прожили какой-то архетип, ну, в силу каких-то обстоятельств, например, девушка, у нее было там сложное детство, пришлось сразу выходить в охотницу, сразу там решать какие-то uh-huh.
самостоятельные задачи, она не прожила детство. И в итоге женщина построила свой бизнес, построила дом, там, детей вырастила, и начинает заплетать косички и одеваться в розовое. То есть она упала в детство, она пытается проживать свою принцессу, ей нужно прожить свое детство. И если она это будет делать неосознанно, вся семья будет в шоке. Ну так. Если она это сделает осознанно, она это сделает аккуратно, в определенные контексты, возьмет свой ресурс и успокоится, и мозг получит сигнал, что этот гештальт закрыт, и он идет дальше. Слухайте, як все складно, виявляється, не просто так все з цим одягом. Отже, як ми визначаємо, що ми от, як подивитись, можливо, на одяг і сказати, які особливості там, наприклад, бунтарки, чи цієї володарки, амазонки, який одяг, можливо, наші дівчата зараз будуть дивитись, збиратись на роботу і дивитись, що ой, сьогодні буду бунтаркою, сьогодні буду я там якоюсь романтичною. От як визначити, як подивитись? Ну, давайте так, почнемо з самих таких основних. Це, наприклад, та же принцеса, це коли зефірні тона, це цвіточні принти, це от платье бебідол, всі ці бабочки-цвіточки, я дівочка-дівочка, я хочу платье. Наприклад, і дівчинка, яка в бізнесі, це костюми, це більше уніформа, це діловий імідж, діловий стиль. Вот. І це пересікати не потрібно, да? Це потрібно залишати в определених контекстах. До речі, я читала на сайті, що це ще називають простодушний такий стиль, що він такий от легенький, що взагалі... Да. Так, і він буде заважати нам в роботі, якщо ми так будемо там якоюсь директрисою і будемо приходити в бейбі-дол? Ну, як мінімум, люди не будуть понимать, как относиться к этому человеку, да? Uh-huh. Если, например, опять же, берем стандартную ситуацию, девушка работает в офисе, она одевается все в розовое, там, плетет косички, одевает футболку с Микки Маусом, да? Тот же самый пример берем. Вот, ее директор и ее клиенты не будут конгруентно воспринимать. Потому что, если, например, ей нужно рассказать о ремонте помещения, а она, допустим, девушка очень легко одета, да, вот такая вот она легкая, такая вся вот нужная, такая в горошек, то есть это будет неправильно, то есть не гармонично, люди не будут понимать, как к ней относиться, то есть они пришли относиться каким-то образом к специалисту, ей нужно транслировать специалиста, она транслирует девочку-девочку, и у человека начинается ступор, он не может понять, что делать. Це так, це важко. А взагалі, я просто читала, що, можливо, якось можна поєднувати стилі, тобто можна цей бейбі-дол, можливо, розбавити якимось іншим, там, з володарки, чи ось... Бути більш серйозно, чи так, чи можна розбавляти? Чи... Очень хороший вопрос. Очень хорошая, хороший фокус внимания. Mm-hmm. Когда мы ориентируемся, во-первых, в своем типаже, и во-вторых, в архетипах, то мы на пересечении этих систем находим свой образ. Например, возьмем, как пример, Бриджит Макрон. Ей уже достаточно, да, количество так. лет, но у нее типаж гамин с французского с перевода это подросток. У нее рост до 165 сантиметров, и она всю жизнь будет девочкой-девочкой. По сути, их отношения стали возможными именно по этой причине, потому что она для своего мужчины остается девочкой, девчонкой. И она этот же самый архетип, либо принцессу, либо плохую девчонку, она воплощает и в своем протоколе. Почему пишут о том, что она нарушила все правила, да, протокола? Потому что она одевается в своем типаже. Она сохраняет свой типаж для того, чтобы сохранить свои отношения и сохранить свое место в социуме. Угу. Вот. Поэтому именно таким образом, когда мы понимаем свой типаж, мы понимаем, что закодировано, какой архетип уже закодирован во внешности, а как правило, он уже есть какой-то, да, какая-то предрасположенность у внешности к определенному архетипу. И тогда мы находим свой лучший образ. Таким образом. А чи можна себе ламати? Ось, можливо, от у мене, наприклад, архетип бунтарки, але я не можу, наприклад, вдягати постійно цей одяг, чи робота не дозволяє, і вийде, що мені доведеться себе ламати і переселювати, і вдягатись, наприклад, там у якусь простодушну, чи володарку, чи мудреця, як там писали, що різний такий одяг. Все залежить від нашої життєвої задачі, все залежить від цілі. Смисл комунікації в той реакції, яку вона викликає. Наша одежда – це комунікація наша з окружаючими. Какую реакцию мы хотим вызвать? Вот отсюда должна идти вся стратегия подбора наших вещей. И не обязательно себя ломать. Мы просто в определенную сферу жизни одеваемся вот таким вот образом, но мы остаемся самой собой. И в том контексте, в котором конгруентно одеваться нам в то, что нам нравится, мы остаемся и там же одеваемся. Нам просто мы переходим из роли в роль. Это не значит от себя отказаться.
Это значит просто примерить, просто как образ на себя, потом его снять и опять уйти в себя. Главное понимать, где я. Головне розібратися в ситуації, так, да. Де ми знаходимося, коли ми і хто ми, так, да. І тоді. Тобто сьогодні ми вдягаємось серйозно, бо ми там якісь головні, а на вихідних можна зробити себе дитину, якусь бейбідол вдігти і бути гарною і чарівною і в своїй можливій сфері, так? Слухайте, а от можливо, коротенько про ваші споглядання, можливо, у нас в Миколаєві, які найчастіше архетипи зустрічаються? Мені про це цікаво. В одежді окружаючих і в магазинах, імеється в виду? Ну, можна в одязі оточуючих, як дівчата у нас, як вони себе сприймають, якими? Як правило, ну, взагалі, Миколаїв у нас город невест. У нас, як правило, дівчатки либо в плохих дівчонках ходят, все в таких вот брутальных ботинках, в темном всем, в ярком макияже, контрастный, такая протест гламура. Либо это будет принцесса, либо это жрица, либо муза. То есть максимально вот в таком вот лов-архетипе, можно сказать. Максимально девчата, да? Да, максимально девочки-девочки. Слушайте, ну це круто, виявляється, не все так просто в тому одязі, коли ми його купуємо, треба про це все думати і, можливо, не піддаватися емоціям, коли йдемо в магазин. Якщо ви пішли за серйозною такою строгою сукнею, не купуйте рюш, в рюш або якусь спідничку, ну, таку пухнасту, так? Тому що це не підійде. Дякую вам, як завжди, лаконічно, інформативно нас познайомили. Світлана Полянська, стилістка, іміджмейкер, сьогодні була у нас в гостях, розказала про архетипи, тож думайте, коли ви щось вдягаєте, так? Дякую вам.